Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Fallout New Vegas Old World Blues. В прошлой серии мы занимались лабами, мы получили 3 лабы и 3 дополнительных квеста, то есть один на улучшение, я так понял, вот этой вот брони, которую мы получили в X какой-то, сейчас посмотрю. В X13, в X8 это терминалы. Наверняка для улучшения. Не-не-не, подожди. X13, X8 это для улучшения там той пушки. И остался еще один, если я не ошибаюсь, конечно. Ладно, пойдем. Тихо. Спокуха. Спокойно. Was that all? Да, похоже на то. Псарни. Не, мне туда не надо. Так, я тут, по-моему, где-то брал еще один стимпак. Поэтому норм. Все должно быть. Ну да. Сейф. Хайд. И выходим отсюда. А, блин. Собрался выходить. Тут же этих скорпионов немерено. Эксплозивы, АПшки пока пускай в ходу будут АПшки. Конечно, моя дорогая. Давайте отстрелим остальных скорпионов. На куски. Mission of hostilities complete. Что осталось-то? С симулятором пока все нормально. Возвращайтесь в мозговой центр. Ну наконец-то. Чё? Оу. Эксплозив. Fighting over. На куски. Чё, двоих, да? Sneaking done. Fighting now. Не, ну все-таки я хильнусь. Это рука, да? Там у меня еще нога подкоцана. Ну не надо было просто эксплозивом стрелять в притул. Да ладно. Благо саквояжи у меня есть и еще пара супер этих. Супер стимпаков. Поэтому все должно быть нормально. Броню эту бы улучшить. Кто там, блин?
блин, вообще. Time to fight. Не попал. Давай. Не попал. Опять не попал. Да что ж такое? Это даже не смешно. Ладно, иди в жопу. Везучий ты какой-то. Или я кривой, или ты везучий. Пойдем. Это что, ковер? Или это трава такая? Ладно, сейф. Мне нужно починить снаряжение. Починить все. Да. Крышек осталось, понты. Хочу купить кое-что. Да, как я и думал, крышек, понты осталось. Свет во тьме. Охуенный пистолетик. Хочу его продавать. Ну вот, доллары вот, вот забирай. Доллары НКР тоже. Вот эти вот монеты забирай. А, стрелковый забирай. Легкий пулемет мне надо. Эту забирай херню. Микробатарею. Нет, пижаму не отдам. Ну, 308 калибр вообще весь забирай. Магнум тоже весь забирай. Магнум не нужен. 45 авто, я не помню от чего это. 50 МГ, это моя крупнокалиберная винтовка. Мины забирай. Психо, Радикс. Силовой кастет. Стимуляторы нужны. Увеличение магазина нахер не нужно. Эти электрические заряды тоже туда же. Энергобатареи, блин. Он продался, короче, понемножку. Так, костюмчики. Боевая броня. Оставь себе. Помощь. Вот помощь я, пожалуй, возьму. Так у тебя нету того, что мне нужно. Давай вот. Ремонтный набор один пускай будет. Чудо-клей. Боезапас. У тебя что, боезапас не обновился, что ли? Жесть какая. Ладно. Тут можно поспать где-то. Мне надо, чтобы... How about that? Old Autodoc's back online. Well, all right, come here. Let's have a look at you. And rightly so, I should think. All right, then. Let me just fire up the old interface for you. Медосмотр, да?
теперь вы полностью здоровы. Это очень хорошо. Нормально. Bad guys dealt with. Так, музыкальный автомат. Не, ничего не работает. Хребет. Это что такое? Это сердце. А мозг мой не найден. А мозг мой спиздили, точно, ёба. Так, тут можно просто посидеть. О, тут можно поспать. Бутылочная крышечка, давай. Еще бутылочная крышечка. Пустые шкафы. Не работает. Радекс, пустой шприц, сейф. И это пусто, блин. Ладно, давай поспим. Ну, часов 18, да? Чтобы уже прийти в себя более-менее. Ну, вроде норм, так. Sir would press Sir's spinal area against my primary instrument panel. I might vibrate at a soothing frequency. Пошли. Пообщаемся с этими нудилами. Did you retrieve the technologies yet? We need them, as I have indicated. Why, yes. We are filled with the knowledge you speak of. If you wish to know more, simply ask the others. They can help you. Вся информация у меня. What? You did? Your survival, let alone success, barely registered in my projections. Now, all I need to do is check my transmission data bank. Mobius is always filling it up with his psychotic calls. Oh yes, there's the schematics, just like you said. How truthful. Так, ладно, хорошо. Хорошо, что вы получили схемы. Yes. Hmm. Yes. Yes, yes. Что значит да? Твой ответ не прибавляет мне уверенности. No. I mean, yes. You just need to analyze these technologies for a moment. They are extremely advanced, you know? Тебе вообще известно, как это работает? I know how these technologies work. Of course I know. If you remember, we described them in clearly abstract, contradictory statements before. Why would we do that if we weren't certain on... on how to use them? Yes. So let me... a bit, huh? I'll figure it out. Понятно. Маскировочные функции брони позволяют мне... пробираться в запретную зону. Ого, звуковой ключ. То есть это все можно проюзать или нет? Давайте вот это. I suppose it could. If it could be quiet for more than a few moments, always talking, touching things. Hmm. It does have an interface disruptor weave against electronics, like the Forbidden Zone door. Let me check something. Of course, I have it. The override sequence to open the Forbidden Zone door is hidden in the schematics. Well, not hidden. It's actually right there, behind the programming equivalent of coffee stains. It's embedded in what seems to be recursive code. It's badly commented there and there. Oh, and null pointers, very sloppy, Mobius.
You see, using the antenna to boost the emitter's sonic frequency and the stealth suit to bypass the forbidden zone lock, yes, that could work. Was that my plan? It must have been. Sometimes I truly surprise myself. The door is open, and now Mobius will get his. А он меня не сможет вырубить при этом. Heal you? What, put you back together like some giant hard-boiled yum-yum deviled egg? Хотелось бы. I mean, technically, these items could all be used to put you back together once you had your brain. But for now, they can be used in the name of aggression. The door should be unsealed. Now, instead of being subjected to threats, we can now send an equally threatening message to Mobius. And that message is science. Deliver this message, and Big Mountain shall be freed from Mobius' reign of terror. You can go now. That's your cue. Mm-hmm. Ну хорошо. То есть мне, we haven't seen anybody in a while. Maybe the monsters have stealth suits too. То есть, в принципе, да, можно на этом и заканчивать. Ну, как бы, финишная прямая. Но... This one looks pretty tough. Давай. Чё-то я не понял, что-то их вообще не продамажил. Там мой стимпак уже прохавался сам по себе. А, то они меня нормально надамажили еще. Ладно, замолчи нахер. Так. Этот, где он? X13, он где? Он там. Этот там. ХЗ. Давайте еще сходим на броню. Я все-таки обещал. Где там АПшки? Ночь уже. Это плохо. Давайте подождем до утра. Вот так вот. Да как можно было его аж там заметить? Попал. Я не попал, но он услышал. О. Не-не-не-не-не-не-не. Винтовку и эксплозивные. Взрывные, короче. Радиация тут долбит. Как мне нравится, когда их на куски всех разрывает. Это просто такая прелесть. Кровавая баня, по-моему, перк.
Что ж такое? Я правильно пришел хоть? Не, не совсем. Эй! Приходил. Там не вижу, блин. Вот в чем печалька. Порвало? Вроде порвало. Ну ж там. Ты собака. Супер стимпак хавать. И патрончиков уже нет. Ха, охренеть. А вас тут еще больше. Этот костюм. Надеюсь, что добьем. И пойдем уже навстречу с Мёбиусом. Костюмчик. Стелс броня. Сники-сники. Сники-сники. Пошли, сники-сники. Sneaky little bitch. Stimpak reserves adequate. We're okay on medics, until we have to numb the pain. We haven't seen anybody in a while. Maybe the monsters have stealth suits too. Стелс броня тоже. Прикольно. Чё? Чё это было? Шкафчик. Блин, ну вот реально, вот эта вот броня, вот это вот... Вид такой брони, он меня просто радует. Намного больше, чем вот это. Ладно, пойдем. Я просто не помню, улучшал ли я эту броню. То есть, вообще не помню, проходил ли я ее до конца. Так, какие задания на эту лабу? Пройдите все тесты. Лаборатория X-13.
сути, мне сюда. Сейф. Выбор теста. Продвинутый шпионский тест. This is the advanced test. Watch out for laser tripwires. They'll ruin our day. Проникнуть в кабинет. Всякое. Хуё-моё. Ладно, куда надо? Ну ни хрена себе. Да ёпта. Продвинуться как-нибудь туда. Но придется идти через туалеты, потому что я не думаю, что можно эти приколы как-то обезвредить. Data processed. Firmware updated to version 1.2. RL subnet online. Рядом с испытательным терминалом. Это, наверное, просто на той стороне. Сейчас. Пойдем посмотрим. А вот он. Это моя награда? Экспертный тест. This is the expert stealth test. If you thought the lasers were bad, wait till you see the proximity mines. Появится новый предмет. Ну. Там что-то звук убился вообще в говнину. Угу. Сейчас мы его аж вот так вот уберем. Ладно, уберу совсем. Чтоб на ноль хоть был. Вот, там еле слышно, но его, по крайней мере, слышно. Так, взламываем эту беду. Сохраняемся. Проходим тут. Это экспертный тест?
пока экспертом даже не пахнет. Оп, а чё я сюда пошел? Ну, вроде правильно. Test data processed. Firmware updated to version 1.3. Torso fitment synced to user's physiology. А, это просто... Она не визуально улучшается, она улучшается... Вот, видите, по показателям. Восприятие, ловкость, скрытность. То есть она мне теперь еще ловкость добавляет. Она, по-моему, была до этого легкая, сейчас стала средней. То есть, неужели что-то поменялось? Хер там тебе на воротник поменялось. Все, можно звук вернуть. Больше он не упаруется вроде бы. Ну все, я прошел этот квест. Больше никаких нету заданий там идиотских. Ага, пройдите все тесты. То есть это не все тесты. Экспертные это типа не все еще. Я понял. Ладно, сейф. Какой же последний тест? Повторить, повторить. Тест по отключению робота. This is the robot compliance test. If you sneak up on a robot, you can disable it. It's so easy, even I can't mess up. Но я ведь их убил. Like это надо к ним подкрасть. Сейчас он поедет обратно, и я его вырублю. Так. И где-то там еще один должен быть. По идее. Делаем сейф. Лучше сделать еще один. Давай, 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 давай. Test data processed. Испытание пройдено. Updated to version 1.4. Impulse accelerator online. Хорошо. Чё тут теперь? Боевой устав китайского спецназа. Серьезно? Чё она мне дает теперь, эта броня? Костюм. 20% к скорости движения. Не знаю. Наверное. Есть еще какие-то тесты? Ага, повторить, повторить, повторить. Все, значит, это задание мы прошли. Все, осталось теперь только отправиться в запретную зону. Пойдем. Я, может, конечно, что-то не понимаю, но, блин, хотелось бы еще этого. Шлемак от этой брони. Такой красивый, как на стенде. Но, видать, не судьба. Надо будет потом погуглить, посмотреть, реально ли вообще вот нечто такое получить. Ладно.
А пока вот есть что есть. Такс, вот и выход. А там что? Там же просто пистолеты. Да? Нет смысла туда идти. Терминал. Чё написано? По-моему, это я читал уже. Да, это мы читали. Ладно. Карта мира. Я, по-моему, туда и пытался проникнуть как-то. Но что-то у меня там не задалось. По-моему, я не мог найти дорогу. Ну да ладно. Сейчас мы с этим справимся, я думаю. Do not attempt to breach the Faith Mountain force fields. Doing so could allow dangerous ideas and or creatures having those ideas to escape. Так это все потому, что у меня ваш электрический мозг. Или он вообще без мозгов у меня ходит, получается. Не, по-моему, из-за того, что у него этот имплант в башке. Вместо его настоящего мозга. Sneaking done. Fighting now. Япона мать. Ого! Откуда вы взялись? О? This one looks pretty tough. Блин, я хотел выстрелить, но что-то не получилось. Почему вы не деретесь со мной? Янзы. Подарочная. That's all. Time to fight. Is cuter, Dr. Klein or Dr. Boros? Так они одинаковые. Что то монитор, что то монитор. Так, мне надо туда. Ready, steady, fighty. С кем? Чё ты меня наёбываешь-то, броня? Bad guys dealt with. Ну вот видишь. А ты боялась. Как мне туда попасть? Вот вопрос. Ладно, дорогие друзья. Уже, я думаю, доберемся мы до того холма в следующей серии. Я пока просто не знаю. Заодно в интернете сейчас посмотрю, есть ли шлемка-то и разговаривающий стелс-броне. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.